Белорыбица, кижуч, палтус, нерка и кита. Более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. И, конечно же, настоящая красная икра. Ассортимент удивит не только хорошую хозяйку, но и опытного повара. И это лишь часть деликатесов, которые привезли сочинцам рыболовы Камчатки. Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Во-первых, посол совсем другой, чем вот у нас. И сама свежесть, и копченость другая совсем. Но намного вкуснее. Самое свежее здесь, вкусное и относительно дешевое. Доставляют деликатесы сюда на выставку без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины ЕДА, которые так необходимы организму в осеннюю пору. Жители и гости города смогут купить и совершенно эксклюзивные продукты, царицу лососевых, редкую деликатесную чавычу, самую полезную среди своих сородичей рыбу. Мясо чавычи богато витаминами А, Б, С и содержит целый кладезь микроэлементов, а ее икра способствует укреплению костной ткани и стимулирует кровообращение. Я люблю рыбные продукты, люблю самую разную рыбу. Здесь рыба всегда свежая. Мне это нравится. Я всегда готов приходить. Продегустировать и приобрести деликатесы можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на открывшейся сегодня православной выставке-ярмарке в гранд-отеле «Жемчужина» по адресу улица Черноморская, 3. Выставка будет работать до 23 октября. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.